5, 4, 3, 2, 1, 0, старт. Первого ноября с мыса Канаверал во Флориде впервые за более чем 3 года стартовала самая мощная ракета в мире. SpaceX Илона Маска отправила на орбиту группу спутников для военно-космических сил США. Ракетная система, представляющая собой 3 соединенных ускорителя Falcon 9, взлетела со стартовой площадки SpaceX сквозь густой туман. Два спутника космических сил США и группа более мелких спутников направлялись на орбиту. Два боковых ускорителя транспортного средства синхронно отделились от основной ступени ракеты на высоте около 29 километров над землей, плавно вернувшись на посадку обратно на Землю. Основной ускоритель не приземлился, чтобы продолжить полет спутников дальше в космос.